17 мая 2021 года, Северный Крым, пчелки, так вот, отлично, тащат, видите, все животы тянутся, 23 градуса сегодня, облачно. По пыльце, пыльцы гораздо меньше уже несут. Ну, несут, вон есть. Ну, по пыльце, в общем, можно видеть, что пчела работает на огромном разнообразии пыльценосов. Полные все приходят, вон животы тащат, видно? Они приходят, когда прилетают, они тащат животы. Пузико, видите, полная волочится. Здесь видно, что пчелы тащат. Идет принос. Ну, сейчас уже после обеда, вон, ну, пыльца идет, но после обеда меньше пыльцы заметно. Вот с утра много несут пыльцы. Под вечер. Вот пыльца красная пошла. Видно, уже поднабили. Кстати, я заметил такую особенность. В северокрымских ульях пчелы гораздо меньше пыльцы несут. То есть, кто хочет собирать пыльцу, я вот заметил, почему там малоформатники меньше гораздо несут. Ну, ее, по сути, там и ложить-то некуда особо. Наверх они ее не носят. Медовые корпуса сюда наверх не носят ее. А в гнезде там практически некуда ее ложить. То есть, они приносят в основном пыльцы столько, сколько потребляют. Чуть-чуть совсем заготавливают, буквально там на крайней рамке. Обычно вот тут вот первая рамка, и вот тут вот, и вот здесь вот крайняя бывает. Вот, либо вот тут рамка бывает, обычно перга, либо здесь, либо вот здесь. Вот, ну, в активный период, я имею в виду. С весны с ранее понятно, что они заготавливают ее больше. Вот, а потом сейчас меньше. Но они уже поняли, что идет стабильный, ну, пыльца есть каждый день, то есть стабильно. И уже не делают. Ну, вон, несут красную вот. Несут с каштана конского. Холодно, такой прохладненько, ветерочек. Тучи, видите. Ну, прохладненький ветерочек. Ну, 23 градуса нормально, достаточно. Для... Вон, с каштана конского. Красная идет пыльца. Еще я видел на днях. Несли красивую такую фиолетовую. С таким, знаете, перламутром прям. Переливом красивую пыльцу. Я так и не понял, с чего. Какие-то цветы видно на клумбах декоративные. У нас каштана идет пыльца. Каштан он ее выделяет. Довольно-таки сильно. Вот белая идет пыльца. Вот пчела пошла. Белая идет какая-то пыльца. Вот, к примеру, если бы пчелы добивали до рапса, они бы массово несли желтую пыльцу. А ее, как видите, нету желтой. Массово, потому что сейчас желтые практически уже не несут. Вон несут белую. Белую несут. Красную несут. В общем. Вот какая-то чуть-чуть желтенькая, совсем чуть-чуть. Принесли пчелы. Нету, когда идет взяток с рапса. Пчелы, когда добивают до рапса, они несут желтую пыльцу массово, довольно-таки, как и подсолнух тоже. Ну, полные животы, видите, тащат. Это разнотравие показывал. Сейчас пчелы работают на разнотравие. Дождики. Опять прошли, разнотравие хорошо дает. Температура отличная, солнце так не жарит. Красных несут с каштана опять. То есть температура отличная для приносов. Идет принос. На ближайшие дни такая температура, если так продержится до конца мая, будут тучки. Облачно, не будет сильно жарко, будет отличный взяточек. Потому что жара, все-таки солнце у нас когда палит, оно все высушит. Вот грязно-белая пыльца пошла. Ну, то есть видно, да? Володя Клименко спрашивал, не добивают ли пчелы мои до рапса? Да нет, не добивают. По ним же видно, когда не добивают. Пчела приходит желтая. Они не работали бы так массово на разнотравие, на всяких кашках, сурепках и так далее.
А так они каждый цветочек потрошат по округе. То есть явно каштан сейчас массово идет пыльца. С каштана красная идет. Ну, видите, пыльцы не несут так уже много, прям как несли. То есть, пока они в руте сидели, и пока стояли на перерасширенных гнездах, они тащили пыльцу, то есть им было куда ее забивать. А сейчас они приносят именно сколько ее подъедают. Вот чем мне нравится. Но дело в том, если я сейчас, получается, дам на матке на 3 корпуса работать, она в основном перебазируется в эти 2 корпуса, а вот этот корпус, он будет забиваться пыльцой. То есть, если кому-то интересно собирать перху именно, ну, кто-то этим занимается, то можно просто ставить 3 корпуса матки, она будет работать, выйдет, будет в основном сидеть на 2 корпуса, потом решетку, а нижний корпус, он будет активно забиваться пыльцой. Вот. А можно еще, как бы мне один пчеловод писал, тоже он, получается, сделал такую же рамку, ну, как у меня тоже, такой же улей сделал. Но он занимается перхой добычей, и он сделал низкую рамку, короче, на 10 сантиметров высотой, из тоненькой реечки, специально такой здесь снизу подставлять. Ну, такой, поняли, как бы, вот, как сказать. Как магазинчик, только не сверху, а под перху, именно магазин под перху он сделал внизу, в общем. И у него довольно-таки активно забивают пчелы низа вот эти перхой. И он добывает так перху. Ну, кому интересно такое, я не занимаюсь так особо этим. Вот, ну, если есть желание у кого-то. Ну, пока не занимаюсь, не заморачивался с этой перхой. Я вот сейчас, в принципе, вон стоят у меня на сушке рутовские рамки, там перхи полно. В принципе, я их просто перетапливаю сейчас и все. Ну, нет у меня, я не заморачивался никогда с ее добычей. А вот, кстати, тоже красная пыльца, пчелка с каштанчика, видите, несет. Нету, видите, массово нет желтой пыльцы. То есть. Опять белая пошла. Нету массово желтой пыльцы, то есть явно на рапс никто тут особо не летает. Здесь семейки еще послабее подрастают, вот эти две. Спасибо, что вы живы, как говорится. Семейки посильнее, можно посмотреть, что они несут. Также в основном с нектаром приходят пчелы. А сейчас они больше на нектар налегают. Пыльцы им уже столько не надо в таких количествах. Вон тоже красная идет. Красная пыльца. Желтый, как видите, тут масса не наблюдается. Белая пыльца идет. Красная пыльца идет. Пчелка. Села на палец. Иди. Вон опять же белая пыльца. Думаю, смысла нет, все везде одно и то же. Сел на пчелы работают. На вот этом вот разнотравье все. Какое тут разнотравье у меня шикарное. Аж косить его жалко. Надо скашивать. Косить жалко. Ну что, тут тоже. Вот одна желтая пришла. Видел? Ну, это не факт, что это рапс. Тут вполне себе хватает и травы, с которой желтую пыльцу могут носить. Белая пыльца. Белая опять. Пчелки вентилируют. Нектар выпаривают. Явный показатель взятка. Опять же, говорю, если я дам матке волю, подниму ее, ну, уберу решетку, она начнет работать на 3 корпуса и перегонять будет в это мясо. Опять белая пошла. В общем, перегонять они будут и не будет этот взяток. Ну, то есть, этот взяток можно взять только таким образом, ужимая матку. Пчелы ее подливают, но вот как раз я высчитал вот это 2. Ну, заметил я так по своему этому опыту. Здесь 2 корпуса как раз северокрымского улья достаточно для матки. То есть она и успевает
и идет наращивание постепенное семьи, и в то же время идет медок, выдавливается наверх. Идет подливочка. Если ставишь уже третий корпус, то уже мало. Ну, в смысле, зяток слабый, уже начинает его перегонять. То есть матка больше расплода выращивает, семья быстрее, интенсивнее растет. Но при этом, короче, это сам. Ну, мед не идет. Не собирается. То есть будет расплод на три корпуса. Будет там масса, куча расплода. Из него полезет масса пчелы. Но не будет товарного меда. С разнотравья вот этого, с клочков вот этих моих степей. То есть либо сила семей, либо мед. Надо выбирать. Либо мясо, либо мед. У меня здесь третьего не дано.